Дорогие друзья, с вами Марина Кулагина, и сегодня я решила записать небольшой эфир специально для вас. Вчера, когда смотрела информацию по телевизионным каналам, прошло такое сообщение, что сейчас в связи с тем, что идет достаточно большая заболеваемость коронавирусом, уже подведена статистика, что люди, имеющие излишний вес, они тяжело болеют, и очень много, и именно процент летальных исходов, большое количество людей погибли, именно люди, имеющие излишний вес. Критичная цифра является ИМТ-32 и более. Это индекс массы тела. Дорогие друзья, именно поэтому я, услышав эту информацию, которая пошла с центральных каналов, решила специально для вас записать этот эфир. Дело в том, что наверное, в тренде сегодняшней ситуации решила заняться своим весом и сбросить вес, и использую наши замечательные продукты. Коктейль использую утром как завтрак, для того, чтобы не передать утром и дать правильный заряд дню. Делаю на молоке 1,5%, добавляю банан и получаю ощущение сытости. Использую в офисе. Вкус. На воде, исключительно на воде, у меня здесь нет никаких вкусняшек. И у меня под рукой блендер, который подарила компания Oriflame. Я его использую. Беру мерную ложку. Кстати, сейчас в каталоге можно заказать шейкер. Если вдруг у вас нет шейкера, пожалуйста, открывайте каталог, найдите код шейкера и обязательно его закажите. Там есть мерная ложка. И сам шейкер позволит вам отмерить 150 мл воды, которые нужны для одной порции. Забиваю, выпиваю, чувствую ощущение сытости. Даже если чувствую ощущение усталости, я тоже выпиваю именно вот чувство голода. Как-то вот есть именно коктейль в офисе. Вечером стараюсь, если я в офисе вечером, то я использую в качестве ужина, когда есть чувство голода, для того, чтобы не сходить в кафешки, у нас на первом этаже кафе, где можно купить всякие вкусняшки, использую суп, wellness-суп, но в офисе всегда стараюсь иметь какой-то наполнитель, или половинку плавленого сырка, или, допустим, сухарики для сытости, да, тоже вот замечательный спаржевый суп. Почему нравится спаржевый? Потому что он мягкий, легкий, его суп нужно немножко настоять, для того, чтобы он загустел, вот тогда вы получите ощущение сытости. Суп не кушается сразу, его нужно чуть-чуть как бы подержать, и тогда заливается кипятком, и вы получаете ощущение сытости. Это позволяет вам вот такие перекусы на работе или даже дома, позволяет вам, первое, не наброситься на еду, прийти сытым, получить чувство сытости, удаление голода при минимуме калорий и при белковом наполнении белка, да, при потреблении белка. Ведь сытость, ведь калории можно получить из углеводов, калории можно получить из белка. Белковые, конечно, это то, что строительный материал для нашего тела и поддержка иммунитета. Красивая кожа – это белок. Иммунная система – это белок. Да, наши мышцы – это белок. Поэтому, дорогие друзья, давайте кушать правильную пищу и чувствовать себя замечательно. Это короткое видео я специально записала для вас. Почему говорю? Потому что сейчас, именно сейчас, начиная с 13-го каталога, 14, 15, 16, 17 работает такая программа. Если вы оформляете подписку на эти замечательные продукты правильного питания, то включайте в акцию. Первый покупаете, каждый каталог покупаете по одному. Первый, второй, третий покупаете. В четвертом каталоге получаете продукт в подарок. В итоге получается 4 по цене 3. Поэтому, дорогие друзья, приглашаю вас присоединиться к здоровому образу жизни, сделать свое питание более здоровым. И взять на себя ответственность за то, как мы выглядим, как мы себя чувствуем и какого успеха мы добиваемся. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, помогу заказать продукты, помогу оформить подписку.